Всем привет, друзья. Ну, видите, уже все, практически финиш. Сиденья с Луаза, ну, в таком они виде, и тяжелые, и грязные не нужны. Саня еще берет машины, чинит пока. Но... А вон тут бензобак же тоже забрать. Везем на металлолом. Сейчас покажу, вон еще остатки сидений. Сейчас покажу, как загрузили зеленую мечту тут. Загружено не по-детски. Полное железо. И загрузка продолжается. Рейки рулевые. Тут все есть, короче. Тут есть все. А трос мой где-то лежал, нету? Трос мой с гранда. Ну, то потом заберем, пусть лежит. Была яма полная. Теперь полная мечта. Зеленая. Да. Студенты. Осторожнее, мечта, блин. Юбилей в следующем году. Бочку? Полную ты хочешь? На металлолом ты имеешь? Можно взять чистенькую, да, эту там чистенькая стоит 3 копейки. Да, у нас есть чистенькие, эту куда? Можно, ну, можно сдать, в мечту грузить. А только в боковую дверь тогда или как? Ну как скажешь, все равно. Подымай, ну, туда, грузи. Да и сзади она влезет, что? Посмотри еще, вот это вот, я же просил магниту. Батареи сняты. Все снято. Да, 10 лет. Сколько тут работы сделано, нереальное количество. Слышь, надо еще, чтобы я ту одел и селфи-камеру переключить. Так она не переключится, наверное. Да, ты чистый, подожди. Так селфи-камера не переключится, мне кажется. А ну. Подожди, ну давай так. Попроси, чтобы зафоткали. А ну, Димка, зафоткай. Там на ходу там где-то нажимаешь. А, на клавишу громкости нажимай сверху. Получилось? Да. Нормально. А ну. Так, Санька откручивает секреты. Да ничего не осталось. Станция почти закрылась. Разорвана станция. Станция разорвана, но... Этот слесарь настолько суров, что может работать практически в чистом поле. Да, 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 это забыл ваш лозунг, я уже... Вы уже поменялись с того времени. Кусачки еще, зубило и молоток. Кусачки добавились. Ищи, в гранде есть. Тут тоже все уже разобрано. Какая-то девушка там на календаре. Цветок, как в Леоне Киллере. Суровый, может, ночью где-то работает еще, непонятно вообще. Цветок есть, деньги есть. Из того прикрытия, мне кажется. Ну, не знаю. Не, хотя так он добрый. Хотя Леон тоже добрый был вроде. Да, все разорвано, разорвано. Осталось тут чуть-чуть поснимать, поразбирать. Картина. Корзина, картонка. Собаки дома. А батареи забрать мне надо. Вон две у них на новую. То я им когда-то привозил давно. И все. И будет тут опять что-то другое. Машин почти нет. Ну ничего, на новом месте пойдет движение, я думаю. Починил? Ты сварку чинил? Да. Гайка под машиной, наверное. Нашел? Еще нет. Хочу понять. Варит или нет? Печально. О, вроде пошло нормально, вроде, да? Да. Давай, современные технологии покажи, как работают. Нанотехнологии? Нано. Нано. Нанослесарь. Нанослесарь с нанотехнологиями, да. Пошло? Идет? Не знаю. Без маски. Но он настолько суров, что варит без маски. Давно без маски. Ну, подержи мне руку. Так мог бы. Что, где подержи? Рука просто подержи.
я бы сказал это. Сыпло уже. А, устало? Подожди, я подержу. Ну все уже, сыпло устало и сыпло менять надо. Мог бы и руками для полной суровости подержать вместо этих. А, масло нужно. И что, оно приварится? Ну, хотелось бы. Жесткий парень. Чтоб Volkswagen не сгорел, главное. Volkswagen осталось ничего. Да ну что ты рассказываешь, новая машина. Ты что? Жесткий. Туши. Кого туши? Не знаю. Дым. То расфокусировка идет. Пола нормально, еще свежак. Ты че? Сейчас мы болтик один выварим, да и все. Секретку. Кому надо открутить секретку? Любой секретности. Приезжайте, короче, со сварочным аппаратом. С баллоном. Да не, приезжайте просто к Сане и все. Не надо. Ничего. Привозите все. Бородач бы уже кричал, что я высасываю сюжет из пальца, понял? Бывает такое. Ну тут сюжет четкий. Зловещий. А где маска? Где-то там лежит. Мимо маски. Главное не смотреть, правильно? Ну типа да. Я думаю. Как у меня студент один другого подходит. Что говорит? Один варит, второй подходит. Ты видел, как он варит? В смысле? Ну пойди посмотри, второй подходит, типа как ты варишь. Это же шмаски, понял, такой в шлеме себе варит, а второй... Блин, я, конечно, вижу, как он варит, но я не понимаю. Понял, без маски, без ничего. Один второго подколол. На проверку. Нормально. Так, ладно. Ну давай крутить. Да не, еще пять стульев. Наставочку какую-то ебнуть. Прихватил, смотрю. Чем уже открутится, не уверен он в своих силах. Да не уверен, я нормально. Так подожди, а что, на всех колесах надо открутить? Не, одну. Не, я думаю, все-таки на одном. А. На шиномонтаже тут на Сомоковосе откручивалось. А ты... Принес. Ну вроде как одно. Ну такое все, конечно. Непонятно. Грустненько. Вот он наступил момент истины. Грустненько. Суровейший из суровых начинает борьбу. Так на тех уже зимние шины хоть? Нет, не в багажнике. Ты придерживай, ну, излома, чтобы не было. Бы крестовым, блин, ключом. Что-то ты не поел, да, с утра? Не поел, да, с утра. Уже не в ту сторону. Та в ту против часовой. Хочу. Давай я. А не, сломай. Я вас когда-нибудь, сука, поубиваю, честное слово. Что за головка? Дайте мне многогранную. Ну, ну что вы за человеки? Хуёт упрочняет, да? Упрочняешь теперь? Молот мне, так я любого своего перекую. А ведь я же не агитатор, я потомственный кузнец. Не поеду в Улан-Батор. Сходил лично за головкой. Короткая, если что есть. Сейчас мы это сломаем, подожди, головку. Чего вы ее сломаете? Ну, потому что она широкая. Так, закрутили. Кто так секретки закручивает, да? Да, блядь. Никто, блядь. А был близок ты к победе. Ты же сначала сказал, что первый сломал. Жесткий парень. Тихо, варит. Сейчас сожжет нас. Что-то оно как-то
Тока добавь. Тока добавь. Прожги нормально. Поцарапать не охота. Я тут прожгу. Ну да. Ты что, новую гайку взял? Другую, только что-то мне нихуя не нравится. Ну ее зачистить бы желательно, конечно. Так, Саня, с новой гайкой. Да нет, кашку варить, понял? А что там наварил, покажи хоть. Ну, жесть. Ты бы свет включил мне, а? Ну давай. Ой, отлично. Вообще идеально. Видно все? И массу подержи мне еще здесь. Ты что, дурак? Да не дали тебе только. Да не, меня. Да не, не потому что только. Так ты прицепи сюда, вот. Зацепи за болт. Так она не влазит у меня. Да в любом месте за машину зацепи. Ну ты видишь, у меня две руки, у меня даже автомат. Давай студентам. Я сгорю, я один, а студентов много. А, вот так ты, да? Не, одень, стой, Саня, одень головку на болт. Так, она длинная очень. Не, на болт одень и массу на головку одень. Понял? Да вот так, смотри. А, ну да, я сейчас буду стрелять везде все. Да не будет оно. Натяжку. Ногой наступи на провод, чтобы была натяжка. Ногой на провод наступи. Сейчас будет экшен. Видишь, как работает схема? И ты очковал. Сейчас будет гореть, смотри. Фольксваген? Набирайте пока пожарников. Чтобы пока доедут, можно заранее набирать. Аж фокус теряет камера, слышишь? Так ты варишь жестко. Да, смотри, что творит страшный человек. Так это же на монтажнике сломали, да? Да. Головка одна была от секреток, да? Да, да, с телефона или с чего. Печально. Да что ж ты за... Что-то уже воняет пластмассой. Воняет, там пластик выгорает. Вот нашел гайку. Самоконтрящуюся. Саня, откручивай быстрее, меня на работу уже вызывают. Да не, ну там не будет логического завершения просто. То получится... Слышишь, я высасывал сюжет и не высосал. Бывает такое. Здесь поменьше было. Где? Ну, ниже 17. Блин, что я эту гайку так... Что так? Захерачил. Потому что пластмасса там, наверное. Нет, потому что там, наверное, дохера все. Ну да, она переварилась, понял. Так, давай ускоряйся, мне надо уже ехать, а сюжет надо закончить. Ого, это ты серьезную гайку нашел. 42-го года какая-то. Блин, посидел он жестко, конечно. Пока секретку снимал. Или раньше, еще непонятно вообще. Питание усилил, надо будет маску больше размером покупать скоро. Саня. Да, шо, уже и так закрывается плотно. Смотрите как. Сейчас станем вот так, что. В общем, варит, ждем результат. Варит уже несколько минут. Говорит, не гони снимать. Мне же сюжет надо закончить, блин, шо. А то что-то крутили, варили, блин, и шо концовка. А в конце я еду на BMW, да, типа, и снимаю деревья красивые, желтые, да, или шо? О! Снимаю желтые деревья. Да, так. Нет. Что ты будешь с ним делать?
Давай, я тебе верю, блядь. Да вроде откручивается. Да не, ну там. О, тихо-тихо. Помнишь, как Костян говорил? Тихо-тихо. Я верю. Давай, мне надо ехать на работу, Саня. Открутишь. Жесткий, суровый. Конечно, чуть-чуть зацеплю диск. Он сейчас его, если что, сполирует. А что, ты полировать умеешь? Вот так вот. Вот этот шедевр. Тут только не снимай. Да, ну ладно. Там мы не покажем. Да не, ну, после таких этих... Сейчас полирую, его можно понять. Горячее? Горячее, да. Пособирайте всю кучку, пожалуйста. Так, друзья, вот это... Ну вот этот экшен. Все, одна секрет. Я сподіваюсь, ну вони стоять на всіх, але я думаю. Ну получилось, открутил. Так, а у тебя сама секрет. Приварил. Так. В общем, так, все. Кому надо, обращайтесь. Всем пока, до встречи. Сейчас я одну фигню там проверю. Да. Ну такое, конечно, секретка. Типа. Типа оригинал, но. Ну так нет, а там же другие. Оригинал, ну лучше бы они такие оригиналы не делали. Ну очень аккуратно надо и пользоваться просто. Китайцы делают понадежнее и попроще. Это что, не китайский? Не-не, это оригинал. Оригинал? Угу. Ну, или под оригинал. Ну, такая серьезная, скажем. Так а что, пошли попробуем на ту сторону. Что за хуйня? А, само сломано, да. Что, ну да, отломано. Не, ну оно хотя бы той частью может зацепиться или нет? Да нет. Нет, да, да, не зацепится. В общем, Саня, желаю тебе победить. Осталось еще сколько? Еще два колеса? Всего два. Ну так, стоп, с одной стороны можешь зимние поставить. А, с одной зимние тебя будет держать курс просто и все. А на этой езде пока не сотрется, а потом продашь машину. Ну да, за секретку.